Здравия желаю. Сегодня разберем природную работу тока, как прямого, так и обратного, как на самом деле, как я тут изучил на опытах, может кому пригодится, происходит, а не как нам объясняют физики. Сейчас покажу. На рисунке. На простом сделаем зарисовки. Итак, рисуем простейшую схему. Допустим так. Блок питания. Блок питания. Дальше. Так. И тут вот счетчик, электросчетчик энергии. Не будем рисовать автоматы и прочее, в общем, для простоты. И на реле, чтобы понять систему тока, систему обратного тока, систему самоиндукции. И лампочка. Разрывательный. Так вот. Разрываем. Ставим на разрывание 0,1 секунды, 0,3 секунды закрыт. 0,1 секунды ток идет. 0,3 секунды ток не идет со счетчика. Значит, что происходит? Ток идет вот сюда, вот стрелка с БП. Дальше ток идет вот сюда. Это вот фаза. Вот стрелка БП. Так. Далее с БП ток идет назад. То есть они встречаются вот здесь, может, посередине, может здесь, неважно. Здесь то же самое. Вперед идет и назад. И здесь то же самое. Вперед и назад. Так, значит, цепь закрыта. Вот так закрыта, да? Закрыта. Ток идет вперед только. Здесь встречается сопротивление. Ну, это не сопротивление, говорят, это обратный ток. Обратная сила. Сила это и есть ток, энергия. Встречаются, раз они встречаются, значит... Они уравниваются, раз уравниваются, отсюда подается еще больше тока. И поэтому траты на лампочку, допустим, вот лампочку 100 ватт. 100 ватт. Идет 100 ватт. Но лампочка-то выделяет энергию. Она же нагревается у нее. Вы видите, что спираль вольфрамовая нагревается в ней. Это все видят. Это что такое? Колба горячая, это что такое? Это тоже электричество. Нету электричества там механического, там, значит, химического. То есть энергии нет механической, химической, разной нет. Она одна и та же. Это электричество. Это ток, все. Вся любая энергия, химическая, механическая и так далее, это все одно и то же. Энергия. Движение. Энергия значит движение. Ну и ток это движение. С этим разобрались. Дальше что делаем? Это 0,1 секунды, значит, идет. И значит 100 ватт здесь сматывает. Что дальше? Прервали. Здесь прервали линию. Что происходит? Вот это вот нету. Здесь, видите, прервано.
Значит, это зачеркиваем, нету здесь. А этот-то остался. Здесь-то отключили. Сопротивления ему нет. Сопротивления ему нет. А здесь вот воздух. А воздух сопротивление. Ты воздух не пробьешь. Он дает сопротивление. Значит, все делает этот ток. Обратно идет на лампочку. Вот сюда. Так, дальше. Здесь то же самое. Здесь отключено. Сопротивления нету. Здесь вот. То есть этого нету. Итог, раз он здесь-то он был большой силы, а тут отключили. Опять идет назад сюда. Видите как? Дальше здесь то же самое. Сопротивление силы нет, здесь отключено. 0,3 секунды. Значит, вот это зачеркиваем. Стрелку. Ток идет сюда, здесь счетчик. Он заходит в счетчик. Счетчик чуть сматывается назад. Но если на счетчике какая-то другая нагрузка, это в том случае, если только вот это вот. Больше ничего. Он чуть назад смотается в это время. Видите, что происходит? Это сюда, это назад. Это назад. Поэтому отключаем на 0,3 секунды, напряжение чуть-чуть упало. Потому что у нас запас энергии остался. Вот она природа реактивного тока. То есть реактивный ток — это сила пружины, которая, значит, сжимается и разжимается, назад идет. Как пружина. Вот она, назад. А нам объясняют. Нам объясняет. Вот так, что ничего такого нету. Ничего этого нету. Все надо, все оно идет. Вот так идет все. Прямо. Вот этого тоже нету. Они объясняют, этого тоже ничего нету. Ничего у них нету. Этого нету. Вот так вот идет, нам объясняют. Вот так вот идет и все. Беспрерывно. И от этого нету. Здесь тоже назад не идет. Это так физики говорят. Вот беспрерывно пошло. Беспрерывно оно идет. А вот этой обратной силы они нету. Ее нету. И не показывают. И даже если разорвешь здесь, допустим, они скажут, ну здесь разорвал, значит, все, здесь прекратится подача, здесь потухнет. Лампочка потухнет. А нет, она не тухнет, а чуть-чуть падает напряжение. За это время на какой-то, на какие-то это самое. 1, 2, 3 там может. 5%. Максимум 10% упадет. Смотря какая нагрузка. Вот у меня на том опыте упала там. На 1 вольт. То есть сила тока почти не меняется. Это обратный ток. А у них нет, у них вот это все идет и все. Если ты прервал, оно потухло у них должно быть. Оно не тухнет. Оно потухнет. Но не сразу. 3-4 десятых секунды оно будет еще работать. А этого достаточно. Вот в чем природа, которую от нас скрывали.